Со вторым ужином разобрались, переходим к следующему. Буду готовить спагетти с куриной печенью в сливочном соусе. И для этого мне понадобится куриная печень, спагетти, красный лук, сливки, белое вино, вяленые помидоры и специи. Я уже поставил сковороду на плиту, включил ее, добавляю туда немного растительного масла и буду обжаривать куриную печень. Печень я перед этим промыл, убрал пленки и порезал вот такими вот небольшими кусочками, чтобы она хорошо прожарилась. Печень будем обжаривать буквально 2 минуты с каждой стороны, чтобы получилась румяная корочка. А потом протушим ее в сливочном соусе с белым вином. Печень обжарилась, получилась очень румяная. Добавляю белое вино. Вино необходимо немного выпарить, чтобы ушел весь алкоголь. То, что надо. Добавляю порезанные соломкой вяленые помидоры. Сейчас их можно купить в любом супермаркете. После того, как вино выпарилось, оно станет кислым. Помидоры тоже имеют кислинку, поэтому мы сгладим этот вкус сахаром. Все хорошенько перемешаем. Добавлю сухого базилика и сливок, жирных сливок. Ну, вы знаете, не меньше 20%. Сливки загустели, а это значит соус готов. Добавим соль и перец и заранее отваренные до полуготовности спагетти. Хорошенько перемешиваем спагетти с соусом. Даем закипеть и блюдо почти готово. А почти, потому что к этому блюду обязательно надо добавить нарезанный соломкой красный сладкий лук. И зелень. Я возьму петрушку. Спагетти с куриной печенью в сливочном соусе с вялеными томатами и красным луком готово. Насыщенный сливочный соус, пикантная горьковатая печень и хрустящий свежий красный лук. Очень вкусный ужин. Приятного аппетита!